Патрисия, привет! Привет! Патрисия, ты знаешь, что мы для тебя приготовили супер классный челлендж? Какой? Но, вот давай угадаем, какой челлендж сейчас самый ходовой, самый в тренде пауза на YouTube? 24 часа. Еще раз, пауза или 24 часа? Да. Ты почти что угадала. Мы с мамой тебе приготовили челлендж. Он называется «Ем еду определенного цвета» или же «Одеваю еду, одежду определенного цвета 24 часа». Вот мама тебе приготовила. Мы приготовили стаканчик с записочками. Эти, в каждой записочке другой цвет. Ты сейчас выберешь определенный цвет, каким ты будешь пользоваться весь челлендж. И в ближайшие 24 часа ты будешь кушать еду такого же цвета, одевать одежду такого же цвета. Ты готова к этому? Да. Давай посмотрим, что получится. А ну-ка выбирай. Желтый цвет выпал! Даже и бумажечка желтая, и желтый цвет. Ну что, шикарно! Значит, сегодня мы будем делать все желтое. Так, что я тебе могу предложить? Я не хочу. Секундочку, а что можно вообще желтое съесть? Не знаю. О, я знаю, банан. Вот, бананы у нас желтые. Смотри, далеко ходить не надо. Я не хочу бананы. Проблема в том, что Патрисия не любит бананы. О, у меня идея. Патрисия, все, я знаю, что ты будешь есть. А ну-ка. Ты, наверное, будешь есть... Лимоны? Лимоны, Патрисия. Почему нет? Лимоны очень вкусные. Они кислые. Их тоже чистить невозможно. Хочешь эти грейпфрут? Патрисия, зато это очень полезно. Смотри, есть еще... Вот я на скорую руку здесь вижу. У нас есть еще... Желтенькие консервированные фрукты. Что это, ананасики, кажется, нет? Наверное, ананасики, манго. Я не хочу. Ну давай. А что ты будешь кушать? У тебя теперь проблема, Патрисия. Тебе надо 24 часа что-то желтенькое. Ты останешься голодной, если что-то ты не будешь кушать? Что-то желтенькое кушать. Это единственное, что пока что у нас есть желтенькое. Мама, знаешь, что я придумал? Мы сейчас, наверное, оденемся и поедем покупать Патрисии еду. Но она будет сама, наверное, выбирать. Или мы будем ей выбирать? Ну, она сама, это же ее. Вместе. Поехали в супер. Подожди, но для этого надо переодеться, наверное, в желтое. Точно. Патрисия, ты же должна теперь одеть желтую одежду. Ты должна одеть все желтое, сделать желтый хвостик, желтые косички. Покрасим тебе волосы желтым цветом. Хочешь покрасить тебе волосы в желтый цвет? Это уже будет перебор. Ну, хорошо, хвостик мы тебе затянем с желтой резиночкой. И будешь вся такая желтая. Давай проверим, что у нас есть желтое. А как? Он Кока тоже возмущается, говорит, как так не делать? А Кока у нас зеленый, теперь Коку нельзя брать. Нет, мама. Ладно, я думаю, можно будет ей только одеться в желтое и Аида. Пойдем переодеваться, проверим, что у нас есть желтое. Почему? Нет, папа, не снимай, мы переодеваемся. Почему? Кроссовки желтые ты не нашла? Нет. Нет? Окей, теперь осталось заколоть волосы и Аида в путь. Так, садись, заколочку. Я вот нашла здесь желтые заколки, желтые резинки. Да, для Патрисии это, конечно, тяжело на такое согласиться. Одеть заколку для Патрисии – это просто испытание. Да, смотри, как тебе красиво. Некрасиво. Просто супер. Некрасиво. А ну-ка повернись. Ребята, поставьте красота. Лайк, если вы считаете, что ей красиво заколочка. Поехали покупать тебе еду желтого цвета. Мы пришли в торговый центр, то есть супермаркет. Патрисия, я вот вижу кукурузу, она желтая, но она уже вареная. Я не люблю такую вареную. Уже вареную, надо сырную поискать. А вот смотри, какие, Патрисия, желтые перцы. Это оранжевый. Нет, здесь есть они желтые. Они желтенькие такие. Они очень вкусные, ты знаешь? И они очень сладенькие. Желтая морковка. Посмотри, здесь и черная морковка. Желтая и оранжевая. Вау, я такое первый раз. Берем желтую морковку? Да. Вот есть желтый перчик. Желтый перец будешь? Нет. Есть вот грейпфрут желтый. Ты хочешь? Я грейпфрут. Так, что еще? Что еще? Желтый арбуз. Желтый арбуз. А ну давай посмотрим, где у нас есть желтый арбуз. Нет, желтого арбуза нету, есть красный арбуз. Я первый раз слышу про желтый арбуз. Одно яблоко тебе хватит? Клади в тележку. А как, вот так? Ну, не кидай, а клади, да. Это
Это пюре, фруктовое пюре. Банановое. Ты будешь? Ты его будешь кушать? Можно вятки поставить. Так, нет, это твой челлендж? Твой. Желтый корнфлекс. Так, дальше. Вот здесь желтый чай какой-то. Смотри, чай джинджер. Хочешь? Я не пью чай. С лимоном. Есть читос. А, вот читос, да. И тоже такое. Вот есть Доритос желтый, есть читос желтый. А вот есть чипс желтый тоже. Мама! Нет. Там читос один желтый. Не хочешь желтый чипс? Ты его будешь кушать? Ну это просто упаковка желтая, а оно же само не желтое. Ну желтоватое оно такое. Так ты берешь или нет? Ну вот читос он точно внутри желтый. А что это печеный чипс? Запеченный чипс. А этот обычный, обычный чипс, как обычный. Ну это же желтый. Натурального вкуса. Это тоже натуральный вкус. Тоже это одно и то же только. Просто это печеный, а это не знаю. Ну хорошо, клади вот этот желтый чипс как бы в красной упаковке. И мы возьмем. А то у нас, Лена, у нас потом Патрисия голодная останется. Тот да, чипс, он как... Мы ее будем кормить, я не знаю. Тот чипс, он как бы так тоже вот желтый внутри. Нет его ребенка накормить чем-то желтым. Есть печеньки желтого цвета. Вот они. Вот такие вот. Нет? Здесь всякие вафельки с лимоном. Хочешь? Нет, я не люблю лимонные вафельки. Здесь еще вот такие сухарики, которые добавляют в суп. Хочешь? Почему? Вот есть всякие пасты. Мы тебе сегодня сварим. Консервированная кукуруза желтая. Ты будешь ее кушать? Да? А, мы уже кукурузу взяли. Давайте выберем. Что мы решаем? Вот я эту кукурузу. Я не хочу эту. Эту ты не хочешь? Консервированную хочешь кукурузу? Эту хочет Беатрис. А теперь побежали за напитками. Нет, я нашла. Это... Масло? Да, масло. Значит, мама, масло. Она, ты будешь пить вместо сока? Масло у нас есть дома такое. Пойдем посмотрим дальше. Может быть, там йогурты какие-то желтые будут? Но я не кушаю желтые йогурты. А что ж ты будешь кушать? Что, одну кукурузу и корнфлекс, и пасту со спагетти, и все? Патрисия, я нашел тут, смотри, желтый сыр, голландский. Но я такой не кушаю. Почему? Я вообще сыр не кушаю. Очень жаль, мама. Я не знаю, что мы будем со своей дочкой делать? Она сыр не ест, ничего не ест. Чем мы ее будем кормить? Патрисия, я вот. Желтый йогурт с бананом. Вот, видишь? Есть кушаю. Вот такие. Тоже банановые. А вот есть пюрешка банановая. Нет, нет и нет. Мама, что ты там нашла? Нам желтое вот нужно. Вот новые йогурты в таких, тоже желтые в таких упаковках. В одноразовых. Можно пить их. Прикольные. Банановые. Хочешь? Нет. Есть такой напиток банановый. Нет. Молочно-банановый. Жалко, мама, что нету желтой колбасы. Тогда бы Патрисия бы точно бы ее съела бы. Пойдем посмотрим, может, действительно есть какая-то желтая колбаса. Пойдем. Так, желтой колбасы нету. Жалко. В этом отделе у нас есть кетчуп. Кетчуп красного цвета нам не подходит. Но здесь не только кетчуп. А есть еще всякие добавки. Вон, смотри. Есть горчичка. Патрисия? Или лимонный сок. Что ты выбираешь? Чем ты будешь приправлять сегодня свою кукурузу? Чем ты будешь? Или корнфлекс. Или корнфлекс. Ничего. Корнфлекс с лимонным соком и кукурузу с горчицей. Никогда не буду кушать и твои. Ты знаешь, горчица очень вкусная. Сосиска да, и так. Нет, она не вкусная. Так, а вот у нас есть еще, смотри, вот такие вот всякие быстрая порция еды. Нет, знаешь, заливаешь нет. горячей водой. Вот. Такая вот вермишелька, дошираки, да. Доширак. Есть два зонтика желтых, это будет для... Посмотрите, что происходит. Но это только упаковка желтая, внутри-то оно шоколадного цвета. Так, значит, два желтых зонтика для Патрисии. Да, у тебя сегодня желтый день, ты сегодня можешь взять только вот эти вот желтые бананы. Так, я думаю, что хватит, да? Почему тебе не останется? Я думаю, что Патрисия с тобой поделится. У Патрисии это сегодня день желтой еды. Желтый день.
Ну, тебе одно это слишком много конфет. А ну-ка давай посмотрим, сколько ты всего набрала. Вот смотри, здесь целая куча. На неделю. Здесь на целую армию хватит. Клади в тележку. Я думаю, что на этом мы закончили наши покупки. Патрисия, не знаю, останется голодной сегодня или нет. Мы сейчас вернемся домой, посмотрим все, что мы накупили, и попытаемся накормить ее. Мы приехали, вернулись уже с этого супермаркета. Накупили всякой всячины желтой. Давайте посмотрим, что же мы в конце в итоге купили. Давай. Значит, мы купили кукурузу консервированную. Патрисия сказала, что это она будет кушать. А что к ней? Та-дам! Желтая ложечка. Ну что, открывать? Давай посмотрим сначала все, что мы купили. Давай. Так, это мы сказали, что ты тоже будешь кушать? Нет. Нет. Почему? Это слишком кислое. Это для мамы в чай. Купили мы завтрак. Кукурузные хлопья. Кукурузные хлопья на завтрак. Корнфлекс. Но, наверное, она их и на ужин поест, потому как выбор у нее сегодня невелик. Бананчики. Бананчики. Я сказала, что я их тоже не буду кушать. Но мы понадеялись на лучшее, все равно их купили. И, конечно же, она прихватила еще бананчики, которые она точно будет кушать. Да. Бананы. Что-то сладкие конфеты. Мы будем делиться. Мы будем делиться. Да. Ты будешь делиться со своей сестрой, Патрисия? Да. Ничего себе, я вот это. Так, а это, подожди, это блюдо. Блюдо-сюрприз. Как это на ужин? Что-то? Мама тебе приготовила желтую еду? Давай. А ну-ка, давай. Раз, два, три. Это слайм съедобный. А можно его попробовать? Ни в коем случае его нельзя попробовать. Это съедобный? Но... Нет. Ой, что это такое, мама? Кусочки мяса? Это слайм. Папа мне сказал, это когда тебе будет скучно, и ты можешь просто им... Ой, поиграть. Он резиновый, я не буду. Немножко подсох. Закрываем все это дело. А, смотрите, что мы нашли носки. Еще. Желтенькие носочки. Она как бы во всем желтом. Носки. А носочки-то у нее не желтые. Так что вот мы прикупили и классные желтые носочки. Носочки еще. Но это не еда. Это не еда. А, перчик. Желтенький. Которого я тоже не буду кушать. Почему? Я его не люблю. Читос, которого я тоже не буду кушать. А что ты будешь кушать? Не поняла, а что ты будешь тогда кушать? Слайм желтый? Так, еще мы взяли вот эти вот желтые йогурты. Это диабет. С летучей мышью, с Бэтменом. Банановый йогурт. Так. А ну-ка давай посмотрим. Открой. Давай. Подожди, давайте помогу. Давай посмотрим, что это за йогурты. У меня в школе все мальчики это всегда приносят. Да? Ну прикольный йогурт. Я первый раз такой йогурт видел. Такая упаковочка интересная. С Бэтменом, да. Бэтменовская. Мне понравилось. Есть всякие вкусы. Я не откажусь от этого йогурта, если ты не против. Далее, мама. Так, ну и последняя такая диковинка. Морковка. Желтая морковка. Вот это да. Сейчас я ее почищу, и мы, наверное, начнем с морковки. Или с чего ты хочешь начать? С кукурузы. Кукурузы. Я хочу с этого. А ты с желтого йогурта? Да. Хорошо. Давайте. Сегодня да? Как раз одна девочка в школу принесла такую же кукурузу. Целую банку кукурузы? Целую банку? И что, она сидела, кушала целую банку кукурузы? Прикольно. Ага. Она ее сама открывала в школе? Нет, она попросила у друга. Это да. Я хочу с клубники. С клубники ты хочешь? Да. Ну, клубника-то она розовая, красная, а у нас сегодня желтый день. И вообще, Патрисия... Для меня. И да, и вообще скажи спасибо Патрисии, что она вообще с тобой поделилась. Патрисия, тебе вкусно? Угу. Вот это да. Ты хочешь кукурузу, Беатрис? Да. Что, вы хотите сказать, что вот этим всем вы наедитесь? Да. Так, а что ты будешь кушать тогда, Патрисия? Это. Ну это тоже не еда, это так. Даже не десерт, это просто... И это тоже не десерт. Это. И морковка. Хлопья. Это мое. Так, что, давай. Вот еще кукурузные хлопья, они тоже желтые. Я буду их есть. Банановое молоко ты не захотела, так что... Прости. Придется сухомяточку тебе жевать. А с водой нельзя? Вода не желтая? Да, вода. А чем я буду пить? Надо было брать желтое. Мы тебе предлагали сок.
О, кстати, у нас есть сок желтый. У нас есть желтый сок, сейчас мы тебе дадим. Ананасовый. Так, Патрисия, а вот я хочу, чтобы вы попробовали вот эту диковинную желтую морковку. Я никогда еще не пробовала желтую морковку. Я не буду пробовать. Почему? Потому что... Патрисия, кусай. А что, что она пахнет? У меня нету один такой. Так. Давайте. Эксперимент. Кукуруза желтая. Ну как? Обычная морковка, да? Да, обычная. А ну-ка, можешь попробовать? Вкус? Ого. Вот это клики. А ну я. Принеси мне воду, пожалуйста. Или мне кажется, пожалуйста. Она какая-то безвкусная. Да, такая. Я хочу тоже. Мама приготовила вот такой сок для девочек. Желтый. Беатрис. Ананасовый. Настоящий ананас. Держи. Беатрис хоть сегодня и не участвовала в челлендже, но... Вкусный. В конце концов, она ест все желтое. Надо было Беатрис тоже в желтое переодеть. У меня нету такого. А, у тебя нету такого? Нет. А какого у тебя есть? Ну, не знаю. Все, я не хочу кукурузу. Мама, мы забыли же, мы же купили еще и чипсы. Чипсы тоже, они красные, упаковка красная, но чипсы нарисованы желтые. Угу. Ну и внутри они, конечно же, хочешь ты открыть? А кто будет кушать вообще? А кто будет? Папа, кушать? Наверное, поест, давай я поем, если давай. Не хочешь. Я не хочу, тоже йогурт. Ну йогурт Патрисия, я уже не буду не с тобой доедать. Патрисия, ты нам не показала какого цвета сразу, а? Это мои были. Чипсы, так куда и Патрис, или Беатрис тоже чипсы? Так, кушайте вместе. Нет. Вот высыпьте на тарелочку. Вот они, желтые чипсы. Вкусно? Ну что, нравится вам желтый день? Наелись? Это как будто не день нравится? Солнышка. Не нравится? У меня такие чипсы вкусные. Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что вы сейчас вот это все доедите, и вам этот желтый день очень сильно понравится, потому что вас ждет вот такой вот десерт. Мы я перед камерой этого есть не будем. И еще желтые зонтики. Она будет только желтые, Беатрис. Да. Патрисе можно только желтые зонтики. Нет, мои желтые. Нет, желтые, это Патрисия. Я хотела их. Хорошо, там есть два желтых зонтика. Один тебе, один Патрисе. Ладно. Да, слава богу, договорились. Дайте мне ножницы. Патрисия, а ты знаешь, что ты забыла сделать? Что же она забыла сделать? Ты забыла накрасить желтый лак, дорогая. Будем красить ей ногти? Ну да, мы же забыли ей подкрасить ногти желтеньким. Так. Ну, вообще, а у нас есть желтая помада? Ты думаешь, нету? А желтые тени? Это слишком. Нету. Угу. Нету? Так подожди, а в школу же нельзя с маникюром идти? Как ты пойдешь в школу? Сошью. Тебе придется это стереть? Мне кажется, что сегодняшний день, желтый день удался. Мне тоже нравится такой солнечный, желтый день, классный день. Все желтое, вся еда на столе желтая. Патрисия вся желтая, одежда вся желтая, ногти у нее желтые. Носки у нее теперь тоже есть желтые. Если бы еще можно было, если бы она вообще была бы еще блондинкой, то можно было бы сказать, что и волосы у нее желтые. Пока. Всем пока! Подписывайтесь на канал у Патрисии. Ставьте лайки. И не забудьте про канал родителей. Родители рулят. Папа, я думаю, что мы с тобой должны тоже сделать что-то в этом стиле. И папа накрасит лак. О, вот это да. Не-не-не. Это мои лаки. Ну что ж, папа, мы должны с тобой это сделать, я считаю. Ты со мной согласен? Да, конечно. Я вообще не против. Ну что ж, на этом все. Всем пока. Дайте мне.